Всем привет. Я вот сейчас, как сейчас, не сейчас, а до этого внезапно понял то, что я там, скорее всего, потратил заготовки для нашего, ну хотя я не знаю, длинные палки, широкий лист. Давайте посмотрим у нас меню крафта. Снаряжение. Экипировка, наверное. Да, вот, переносной. Да, две длинные палки, два широких листа и два узких листа. Аналогично было бы сразу сделать. Ну вот. Одну длинную палку я отсюда заберу тогда. Значит, нам нужно еще два узких листа. Поставлю сюда, допустим. Что здесь? Здесь у нас только факела. Сейчас нам нужен только еще узкие листья, да? Здесь смотрели, здесь смотрели. Тут тоже все обобрали. Тут кокос. Вот тут есть узкие листья, в принципе. Так, все, вроде бы подвал нужно было, да? А, не знаю, я сюда скину. Отсюда заберу. Ой, ну ладно, не важно. Проще будет заранее просто сделать все это дело. Они вот так вот скидываются. Вот. Так, кожаный рюкзак. Сама себе через два дня. Не знаю, давайте пока сюда скинем его. Пускай он там лежит. Чинить вообще его можно? Или как? Тут у нас тоже все накидано. Так, не совсем понятно, что там у нас. Тут топора. В принципе, топором еще можно пользоваться, но, наверное, камешек возьму лучше. Тем более, что здесь так или иначе где-то валяется еще большой этот валун. Вот что я хотел бы в первую очередь сделать, это сходить посмотреть, где наши вещи там. Если что, найти их. Мне там уже не один раз подсказывали, где я могу на них наткнуться. Я, честно говоря, по видео не особо смотрел, хотя мог конечно посмотреть, где именно это место. Ему бы здесь реально какой-нибудь, не знаю, зонтик бы не помешал бы. Не будем плыть слишком быстро, а то я в прошлый раз, ну, хотя ладно, давайте. Так, поплыл. И он начал, не знаю, задыхаться в этой воде. Давайте зайдем, погреемся немножко. Конечно, вот очень опасно то, что здесь летают птицы эти, помимо этих койотов, то что здесь тусят. Сюда заберется, вроде забрался. Надеюсь, что сюда хотя бы койот не заберется, или как не койот, а
Я же зовут-то. И не койот, и не волк. Шакал. Правда, не знаю, есть ли у нас сейчас. Вот, блин, а я не взял с собой, да? Вот это, конечно, не молодец. Хоть здесь иди, я не знаю, костер разводи. Понятно, где у них еще тот это самое находится. Кладка с яйцами. Может быть, вот это вот. Вот это, да, по-моему, гнездо. Да, весело, весело. Давайте хоть так посмотрим. У нас там шакал ходит, да? Я не вижу отца. А, нет, это этот. Мистер Хорек. У нас, конечно, чел криворукий. Палка. Куда ты стреляешь, идиот? Давай, иди сюда. Зачем ты стрельнул, дебил? Так, я мог вкачать на вы, кстати говоря, по идее. Не вкачу. Я его не вижу вообще. Кто там есть, кто там, кого там нет. Вот, давайте я сбегу наверх еще раз. Просто немножко сомневаться, когда там летают эти птицы. Так, вот персонаж. Это, да, концентрация. На клавишу В, да. Выучить. Угу. Это довольно-таки полезно. Так я хотя бы смогу понять, где мой настрел находится. Куда я их тут скину? Раз стрела, бабочка, два стрела. Не понял. Здесь я заходил, насколько я помню.
Куда ты побежал? Такой удачный момент был. И убежал. Ну что ты будешь делать? Надо было раньше стрелять. У нас тут растет. Что у нас? Рогоз. Собрать. Почему бы и нет? У нас, кстати, гнездо здесь находится рядом. Поэтому там гулять, наверное, опасно будет. Кто там? Пихарёк. Ну да. Да успокойся ты, Харёк. Ты мне вообще не сдался. Да беги, дебил. Я извиняюсь. Мне не очень хочется попадаться там этому шакалу. Ты дебил, бля. Извините. Что ты делаешь? Прыгай наверх. Вот идиот, а. Ну, я себе еще сломал что-то теперь. Так раз. Сиди, я не знаю. Понятно. Как там появляется эта статистика, я не заметил. Легкий порез. Выносливость снижена, недуг может ухудшиться, если его не лечить. Прекрасно. Вот теперь солнце зашло. Зачем ты стреляешь? Какой же ты дебил, а? Я начал как убежал. Вот по итогу. О, боже мой. Вот так. Вернулась я свои вещи. Зачем ты мне показываешь? Блин, такой хороший шанс был. Вот и куда он ушел. Вон ходит. Да. Вместе с еще одним товарищем. И потом, по итогу у нас еще и стемнело. Замечательно.
так вот сходили. О боже, боже. Сделаем тогда угольки. Кстати, вот интересно, вот я не знаю, тоже может там кто-то поскарит потом. Могу ли я, допустим, поджечь? Не то чтобы это было нормально там, не аморально, аморально. Если бы я, допустим, поджег бы гнезда птичьи, птицы потом бы там летали или нет, или вообще возможно сделать или нет. Так, что такое труд из рогоза? Неплохо было бы палочки добавить, хотя нам вообще палочки нужны для, давайте, да, вот так вот. По крайней мере палочки здесь добыть не так чтобы сложно. Огонь. Так, 5 часов жарный кап. Жареная лисица. Я, кстати, вспомнил то, что мы там потеряли. Точнее, не потеряли, а потратили. В общем, оставили. Так, несварение. Ожог. Простуда. Отравление. Наверное, вот это, да, нам нужно. Широкий лист, узкий лист. А это просто устанавливает здоровье. Не знаю, есть ли у нас вообще где-то эта повестка. Видимо, нет. Так, широкий лист, узкий лист. Да. Вроде как помогу. Так. Это можно съесть. Это тоже съесть. Это съесть. Надеюсь, он там не отравится с ничем. Так, ну и вот угольки мне нужны были. Это сколько получается по 2? Того, то есть того 20, да?
как бы чем больше, тем лучше. Так. Музыки Алису сюда скину. Тоже какая-то нужна, не знаю, сортировка, что ли. Широкие, желтые. Маленькая палка, длинная палка. Так нельзя было класть, да? Смысл-то потух. Ладно. Вроде бы расставлял долго. Все равно. Взял и потух. Сюда закинем. Крутой грипп, я не знаю, что мне нужно. В принципе, его тоже сюда куда-то нужно закинуть. Обсидиан. Так, обсидиана. Возьми. Как-то вот так вот. Зелье бизона. Хотя кусок смолы еще есть. Дождевик. Ну и сюда я хотя бы 10 штучек скину. Топор. Это лук. Чинится из чего? Из веревки из лиана. Да. То есть ему чисто нужно эту веревку из лиана сделать. Давай, я не знаю. Поспим немножко до восхода. Так. Это, наверное, уже все испортилось, да, скорее всего. Если у нас даже что-то было. В принципе, даже воды нет. Да. У нас даже воды нет. Как им понять, сколько спать? А, вот. А, ну, в принципе, сейчас уже рассвет, будет рассвет. Ладно. Как у вас лежит на земле. Ох, да уж. Я не знаю, что есть ли смысл охотиться на этого койота. Не факт, что ему вообще-то стрела как-то залетела, койота. Шакала. Как ему черепушка вообще воткнется по итогу. По крайней мере, шансов много это сделать. Давай, хватит там уже. Под воду пускаться. Тем более у нас тут сейчас даже солнца нету.
короче, не знаю, хорошо это ли это или не очень. В крайнем случае можно потом забраться будет сюда, потому что ну, там-то явно получше будет, чем здесь. А это что такое? Это место интересное, как будто. И там у нас все сияет, и, видимо, нам туда и надо. Какой-то белый знак, говорит. Добраться до белого знака. Как-то я не вижу особо, что вот тут было место, где еще развернулся. Поэтому давайте засядем здесь. Так. Там карты. Картографирование. Ну. Гарпия. А, да. Начался дождь. Класс. Спасибо. Всегда мечтал. Ну, тогда давайте тут зайдем вот сюда еще получше. Там где-то вот там. Сейчас убегали, да? Тут явно повыше будет. Вот он. Здесь зарисует получше. Да не особо. Кошмар. А я еще искал его здесь, а он там лежит. Этот мешок ваш. Ваш-наш. Вот так вот. Ну ладно. Тоже неплохо. Я тут, знаете, все боюсь, как бы провалиться, не знаю, сквозь вот эту карту, пока я буду по горам ползать. Он так отпрыгает. Так, у нас там еще по месту. По месту вроде, да. Более-менее. Потому что я, честно говоря, не знаю, сколько вообще было вещей. Боюсь, что я не унесу их все. Ладно, давайте попробуем обойти с другой стороны тогда. Да, я уже даже не помню, где я забирался до этого. Потому что, честно говоря, так спускаться мне не очень хочется. А то он опять себе все поломает, игра. Вроде обошлось. Попробуем обойти с этой стороны. Главное, не наткнуться ни на каких змей сейчас, потому что еще дождь идет. Ни колючки. Не наступить. Такое куча камней. Кажу мне стрёмно. Тут прибор.
По-любому где-то есть змея. Похоже, что я здесь вообще могу где-нибудь забраться получше. Прямо тут по месту. Ну ладно. Так, вот что такое место. Что явно интересненько. Как будто бы, да? Ладно, давайте хотя бы здесь что. Тут вроде никто не летает. Апельсины. Особый объект. О, живая вода. Если мы, конечно, ее оттуда уже не забираем. Ну хотя бы дождь закончился. Я хотя бы змею услышу, если она появится. Главное только на птиц не нарваться. Что это такое? Выглядит зловеще. Куча обломков. Стены стрел я тоже заберу. Ну, ладно, туда я не пойду. Слишком стрёмно. Часть индийской карты. Так, а это что такое? Индийский рисунок. Песня ярости смертных. И поняли ли люди? Это песня начинается. И поняли люди, кто виновен Мору и чья рука травит колодцы. И воспылала ненависть к бессмертным. К бессмертным, пуще прежнему, и породила страшную ярость, кое суждено было сжечь бессмертных дотла. Страшна была ненависть смертных людей, отравленных мором и лишенных исцеления. Слабы они были телом, но дух их жаждал смерти врагов, пуще собственной жизни. Бросив все дела свои, отправились все люди архипелага на великую охоту. И не было острова, где не ступила бы нога смертного в поисках бессмертного. И не было ни камня, оставленного на своем месте, ни пещеры не пройдены, ни убежища в корнях, куда ни пал бы ищущий взор. И найдены были бессмертные, и убиты среди них многие в кровавых схватках. Ибо не было преград для ярости умирающих от мора, нашедших своих отравителей. И пали последние лучшие люди в год высокого солнца, сраженные яростью тех, кого обрекли на страшный конец. Звучит довольно-таки интересно, кстати. Да. Так, если, конечно, посмотреть, то не такой прям большой, конечно. У нас остров. Потому что от отсюда виднеется та гора.
этим самым. Поднимись там же. Тагара. Эвкалипт есть. Вот наш. А, это длины палки, что ли? Так выглядит. Хотя я не знаю. Я думал, что это эти как копи наши валяются, типа. Так, кто там показывает, типа, возле этого самого. Только там еще шакал находится. Возле тех руин. Ну, конечно, был подняться туда еще, сбегать. Я не уверен. Типа вот этот уступ, да? Наверное. Ну и ладно. Давайте хотя бы оту, чтобы зря времени не терять. Сколько вообще времени сейчас? Опять ночь наступает. Это там типа озеро. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Да. Ну типа здесь, да? Возможно, что мы ее уже брали там живую воду. Раз уж на карте показывает. Вот даже хорька вижу издалека. А вот даже показывает. Живая вода. Причем прям издалека. Даже удивительно. Какой-то больше. Больше читерный навык, что ли? Да, и мистер Койот там есть, точнее, мистер Шакал. Который даже темноте это не увижу теперь. Да, косяк. Подожди, шакал, я тебя даже не вижу. Чтобы с тобой сражаться сейчас. У меня же нету факела. Да, он меня заметил. Убегаем. Ну беги! Правильно, туда лети. Дурак, что ли? Ничего не вижу, честно. Просто возьму ее и заберу эту. Спасибо, игра. Вот мне сейчас только дождя не хватало. Пока. Я могу подняться повыше здесь. Как я хотел, собственно. Забраться получше. Осталось надеяться, что здесь не найду себе на пятую точку птиц. Что, можно подняться или как?
Нет, они никак не... Не... Ладно, не знаю. Отстали от нас или нет? Что там будем? Время подождать? Протянуть? На Т? Серьезно? Вот чего-чего, такого я не знал. Что оказывается здесь можно время пропускать. Ну вот я про эту гору говорю. То, что я видно, откуда я попал. Так. А это наш мешок, да, получается? О, да, живая вода. Ну, не, ну как бы... Что курим? А, еще только ночь началась. Ну ладно. По крайней мере, я знаю, где заходить нам здесь, в случае чего. Я ж не знаю... Стал бы он рисовать с этим факелом, если бы у меня факел был бы. Я сомневаюсь. Это картографированный, да? Толк там от факела. Только если то, что находится прямо перед тобой, рисовать. Сейчас где-то здесь. А так он вроде бы не видит отсюда. А. Вот это, да, получается, мешочек наш. Ну так вообще, как будто там это лисица сидит внизу. Ох-ох-ох-ох-ох, как бы так спуститься бы аккуратно. Ничего себе не сломать. Вроде бы обошлось. Как будто бы, да, уже расцветает всё это. Хотя еще вроде бы ночь идет. Они мне не запалят, если что. Вот, прям перед гнездом. Этим птичьим. Да. Вот наши вещички. Наш великий ножик. В крайнем случае сюда можно будет потом вернуться еще раз. Вот сейчас темнота, идет дождь. Там еще... Ну, теорию можно было, конечно, еще и обворовать гнездо. Ради чего? Брать там эти яйца. Повес у нас предмет 25. Давайте, ладно, чего уж, какая разница, да. Да я не помню, кто нас очень убил.
частицы или эти самые. Или шакал. Раз на нас птицы нападали. Не попробуйте им отомстить. Пускай. Птички летают. Там еще что-то лежит. Хотя он, скорее всего, сейчас скажет, что типа... Серьезно. Ну хоть попал по ней. Ладно. А, типа на него охотится. Поэтому он не может. Давай, лети со мной. Не стреляй! Почему ты не стреляешь, идиот? Там просто внизу так топором туда ходить. Который сломан. Ну и починить ты его на кожу сейчас не сможешь, да, наверное? Ну конечно, шанс травмы. Ну я попытался. Это нужно, конечно, идти куда смотрее. Явно. Особенно если дождь не идет. Очень вовремя. Раз, когда я вернулся к себе в лагерь, дождь перестал идти. Так, что у нас тут? Я просто не знаю, там ставить или... Можно, конечно, было бы... Кстати, а как его нам улучшить? Широкие листы, верхний зелен. Я бы просто... Хотя бы вот один улучшил, чтобы я знал, если что, где мне брать потом эти вещи, которые ценные. Я не знаю, я... Накидку я уже сделал, да, новую. Это мне, получается, уже не нужна там. Можно ли ее, не знаю, сломать там? Да блин. Или хотя бы использовать как-то. Разобрать. Подожди. Допустим. Так, во-первых, железный нож я сейчас скину. Не знаю, косыные стрелы можно пока скинуть. Червей. Кокос, не знаю. Плоды фейхуа. Если, конечно, не просто есть, но... Ну да, их... Их просто можно для еды использовать. Не более. Кокосы. Тут все портится. Так, ну здесь у нас такие вещи. Кстати, те же хвосты змеи. Цветок. Сейчас просто посмотрю, а то у меня тут
тоже имеется. Типа вот этот чан. Столько обсидиана, я не знаю, взять. Ну, дождевики испортятся, перо. Зелье без зоны. Хвост змеи. Узкие листья сюда. Ну, в принципе, раковину моллюска можно туда скинуть. Хотя, ну, это как на всякий случай тот же. Как. Тут дождевик имеется. Хотя, не знаю. Зачем оно здесь? Я буду это сюда поставить. Вот. А это скоропорчески туда убрать. Хотя я вообще не знаю, куда это все убирать. Давайте пока сюда уберем пакел. Один. Почечная еда. Зелье, кусок обсидиана. Как вот, кстати говоря, не портится никак, да, почитались? То есть их нет нужды открывать. Перед употреблением. Финики. Можно отсюда забрать. Листья табака. Что, не знаю, сюда поставлю хотел бы. Потом, когда я переберусь, и буду заниматься этой сортировкой. Банально. Так вот. Не знаю, какие-нибудь стал закинуть. Так, что у нас? Вот это сюда. Не знаю, перо уберу пока сюда. Так, топор надо починить. Кстати, тут как их чинить, не совсем понятно. Тоже ремонт. Узкие листья нужно, да? Здесь широкий лист. Тут узкий, значит, 4 узких листа. 2 широких. 2 широких, 4 узких. Чинить. Так, ну, лук пока не принципиально чинить. Что у нас на персонаж? Типа тут нужно 2 очка, да? Животных, возьму концентрацию. Это тоже полезно. А здесь что? Растут лучше на 50. Слушай, это походит ты. Трудно пишет. Плюс 5 воды, плюс 5 еды. 80%. 80%. А химия. Зелье без зоны открывает. А что-то
Вообще за зверь бизон такое. Что она мне дает? Восстанавливает здоровье. Лечит. Второй ранг всей болезни. А, всех болезней. Два ранга, да? Блин, ну я даже не знаю. В принципе, полезным, наверное. Ну, вы мне тоже скажите, не знаю, вообще, имеет ли смысл его качать или нет. Так, ладненько, давайте. Вещи мы вернули. Чтобы не зазря. Подобрать лисицу, про которую я тогда забыл. Что? Гибкая ветка. Вот она валяется. Надеюсь, что не будет никаких сейчас ловушек тут, знаете. А то мало ли что. Это что? Это ничего. Так. Куча камней. А вот просто. Я думаю, может быть, доску забрать можно было бы с собой. И вот вроде как слушаю лисицу, но не вижу ее. Особо не заберешься. Нам уже пора заканчивать, а я тут все пытаюсь под докуда дойти. Давай, иди сюда. Как побежал? Заберись-то. Да, продул опять. Опять он замерз. Ну и где она? Только что была здесь. Тут мы и так же все знаем. Что? Сломался. Я только приготовил, а он уже сломался.
Или я на нем наступил сейчас случайно. Ладно, пойдем так. Я не знаю, куда она убежала. Что, не знаю, провалилась сквозь землю, может быть. Не то чтобы она особо нужна была. Так, тут есть что-то? Что? Деревянная стрела? Как там высоко-то? Вот. Тут у нас явно что-то имеется. Взаимодействовать. Это нужно разрушить нам или что? Массивный камень. Судя по всему-то собрать. Да, кирка нужна. Ох, кирка. Кирка у нас была где-то там. До этого. Может и не была. А может ее нужно шикрафить на станке. Там топор. Мы тут явно. Извините, у меня же игра выскочила. Что такое страшное? Паттайя. Мы тут явно, в общем, поспешили. Кусок кремния. А может не поспешили, я не знаю. Может нам вообще не нужен этот кусок камня. Каким-то горам ползаем тут. Явно не там, где надо. Нам, возможно, туда надо подняться куда-то. Где птички летают. Мы тут ходим. Спасибо. Очень мило с твоей стороны. Это мне как раз сейчас очень нужна птица.
Короче, считайте, что я заблудился. Возможно, нам нужно туда как пройти. Там нужна кирка. А кирка нужно из... делать из длинной палки. Длинная палка, может, и себя надо, нет? Гибкая ветка. Хотя, возможно, гибкая ветка, еще длинная палка делается из гибкой ветки. Посмотрим. Крафт. Чтобы зазря не уходить отсюда. Две на гарпун. Копье. Так. Примитивная ловушка. Ладно, чувствую, я буду что-то вырезать еще. Ну, длинная рукоятка. Большая ветка. А, да ладно. Типа только так. Лучный плотненький станок. Да уж, вот так вот сходили. Посмотреть называется. Ладно. Впрочем, ничего нового, как говорится. Давайте тут, не знаю, камень заберемся. Потом, в общем-то, вернемся сюда. На этом мы, наверное, будем заканчивать. Так я уже... Так я, наверное, уже сам добегу просто. В общем, вернулись к тому, с чего начали. В общем, ну, как хотя бы вернули свои вещи. В общем, всем спасибо за просмотр. Желаю хорошего настроения. Всем удачи. И до свидания.